Как говорил главный герой мультика «80 дней вокруг света», используй все, что под рукой, и не ищи себе другое. Поэтому, ну, досточку забыла дома, поэтому полная импровизация. Ну, свежий воздух, природа. Ну, чем не досточка? Вот такой толстый будет баклажан, да? Угу. Толстезный прям. А чего на костре будет жариться? Прям сезон баклажана. Угу. Да. Ой. Сначала думала посолить, а потом думаю, да, не буду ничего солить. Будет как будет. Правильно? Ну да. А что тут у тебя еще за ингредиенты? У меня здесь чеснок, вот свежий и лучок, вот только вырвала в огород. В огород. В зарослях? Да, в зарослях нашла. Ну все. Вот такой будет салат у нас. Из печеных баклажанов и других ингредиентов. Об этом позже. Что теперь? Что теперь выкладываем баклажан? Тепленько тут. Ничем не брызгаем. Нет, ничем. Ну там костер был. Да, вообще приду, сейчас их побрызгаю маслом. Возможно. Ах, как тепленько. Знаешь, как это жжетенько. Еще и не поместится. А я вредный. Ну вот, смотри. Жопка. И вот все. Ой. Там горит. Да. Ну ладно. Ушел. Улетел. Так, мы двигаем или ты сначала побрызгаешь их чем-нибудь? Запасы. Чуть-чуть побрызгать. Походный вариант. И пока не очень горячее. Горячее, слышишь? Вот. Жарится. Жарится. Ну, не сгорит зато. Согласен? Это то, чего мы добивались, да? Угу. Тут шквары все. Пусть еще посидит. Вот. Ох, класс. Тяжелая работа. Так. Ну, еще один. Таким вот решетку. Интересно, какой он на вкус будет. Который. Ну вот пригоревший. Ага. Тут будет печеный. Просто я как бы не спец. Сейчас все узнаю. Ой, так он даже. Самый красивый. Беги, бегите, слышу, убегайте. Так. Опа. Ниточку. Прекрасно. Ну что ж такое?
Может, я подержу. Так, это еще. Ох. Не готов. Все хорошо. Так. Не очень. Почему поперек, а не вдоль? Баклажан разрезанный, да. Ну так удобнее есть будет, так красивее. Угу. Съем. Да, это не съем. Ну тут пусть жарится. Хочу посолить теперь, пока оно там доготавливается. И маслом оливковым. Думала, много два баклажана. Ничего не много. Красиво? Ну, на вид, да. Что теперь? Теперь чеснок порежу. Это мы салат делаем. Да, это мы продолжаем делать. Из горелых баклажанов. Именно. Парду. Увлеклась. А я не вижу, что я снимаю. Палец не отрезал? Нет. А все почему? Почему? Потому что умею резать? Да. Или везунчик просто? Нет, так долго не может вести. Да? Должен быть какой-то секрет. Секрет. Секретный ингредиент мог бы быть в виде пальцев. У нас в основном-то вегетарианское блюдо сегодня. Ну да. Поэтому ладно. На пальцев. Роль бекона ты плохо подходишь. Ну, извини, конечно. Хотела бы сказать, что я стараюсь, но нет. Вот. Сюда же лук. Красивый такой, да? Синий. Вот такая молодая луковица тоже идет. Угу. Может, это шалот вообще был? Не могу тебе сказать. Вроде как не назывался шалотом. Ну, похож. Да? Сюда зелень не буду пускать. Вот, только головочки. Доска мировая. Все. Теперь перемешаю и пусть он тут работает. Он тут покажет. А я пробовала баклажан, очень вкусный получился. С маслом и солью. Вообще. Я знаю.
А что у нас тут? А это у нас грибы королевские. Я их буду жарить сейчас на сковороде. Думала целиком, но они такие очень крупные, поэтому решила порезать. Смотрите вообще, насколько они свежие. Ну, не каждый раз такое бывает в магазине. Пора начать выращивать грибы дома. Так у нас растут. Мы их не едим. Наверное, потому что они несъедобны. Шампиньоны должны были быть. Ну, что-то похоже. Все? Давай. У нас и сковородка есть. Ну да. То есть там оливковое масло и бекон. Можно туда в эту сторону пересадить. Уважаем мой. Спасибо. Сколько можно так успевать оставить? Определенно принесет лучше. Но только не с этим мерзавцем. Слушай. Ничего его не берет. А вообще. Ванька, встань. Индивидуальный подход. Да. Ух. Это будет отдельное блюдо? Нет, это продолжение салата. Вау. Сложный салат.
прочувствовала в каждом углу сковородки, у меня такой гриб-паразит. Работаем. Расскажу? Ага. Подсаливаю. Немножко. И тут перчим. Это прямо вот мое любимое занятие. Насколько вы успели заметить. Я просто обожаю запах свежего перца. Ни в коем случае не из пакетика, потому что неизвестно, с какого пола его смели ваш пакетик. А именно зерно должно быть. Лайфхак. Да. Два. Один прямо... для производителей перца. Да-да. Все, снимаем с огня. Угу. И понесли. И отправляем в наш салат. Пахнет. Завершим помидором. О, слушай, как нагрелся нож. Такими кубиками. Ну, очень горячий. О, как будто был в костре. Такие хорошие помидорки. Хочу его крупно резать. Как раз вот. И главное, цвет будет красивый. Покажи, как вот красит. К тарелке подходит. А, идеально просто. Вот что ты любишь больше, огурцы или помидоры? Я больше люблю огурцы. Ну, я помидоры. И дыни. И дыни, да. Помидоры и дыни. Так, теперь надо хорошо окончательно посолить. И маслом заправить. Салат готов? Да. И как это блюдо называется? Летний салат на даче. Салат из всего. Такая дикая фантазия. Красивенько. Ну скажи, красиво. Красиво как. Давай, как повар.
Даже не знаю, что там сказать. Это нужно готовить, потому что это вкусно. И на огне это вообще волшебно. Честно-честно.